сплю, словно работаю 24/7. После псевдоработы какой-то тлен. Не помогают игры и даже кино. И в глазах уставших все угнетено. Может, это болезнь, просто ужасный вирус. Лекарств все еще нет, мир может погибнуть. А на самом-то деле все намного проще. Лень внутри всех нас, это порог общий. Иногда он страшнее всех бед на свете. Разрушает все мечты, вы потом не жалейте. Не стремясь получать, что-то тут не выйдет. Ты поймешь, когда жизнь улыбнется ехидно. Ищите себя, развивайте идеи. Не бойтесь действий, не бойтесь потерь. И тогда вы улыбнетесь своей жизни в лицо. И теперь ты станешь настоящим творцом. Каждый день все по кругу тьма, свет. Время есть, деньги есть, но сил нет. Столько идей и столько разных мыслей. Но внутри меня будто бы все скисло. Каждый день все по кругу тьма, свет. Время есть, деньги есть, но сил нет. Столько идей и столько разных мыслей. Но внутри меня будто бы все скисло. А ведь сам-то иногда я настолько ленюсь. Не могу встать с кровати, отдаюсь забытию. Хоть дел миллион, не разгребу все за день. И отложил все на завтра, тот еще олень. А потом на спехах, ведь сроки-то горят. Глаза никогда сомкнуть, в голове одни ветра. Надо видео и треки уже выпускать. А на деле улегся я снова в кровать. Но спасибо же подписчикам, без вас мне никуда. Вы-то мне напомните, для чего голова. Подушку мять это может, конечно, любое. А вот продвинуть идею сложновато порой. Так что ни хрена лень не двигает тут прогресс. По крайней мере не мой, по крайней мере не здесь. Да и вам не советую тупо греться в кровати. Пора продвигаться, давайте вставайте. Каждый день все по кругу тьма, свет. Время есть, деньги есть, но сил нет. Столько идей и столько разных мыслей. Но внутри меня будто бы все скисло. Каждый день все по кругу тьма, свет. Время есть, деньги есть, но сил нет. Столько идей и столько разных мыслей. Но внутри меня будто бы все скисло.